Привет, девчонки! С вами снова «Зеркальце» — программа для самых модных и находчивых девочек. Меня зовут Альфия. А я Адель. Сегодня мы вам покажем, как шить самый модный аксессуар нынешнего сезона своими руками. Расскажем, как сделать умопомрачительную прическу за считанные минуты. И послушаем советы профессионалов. Ну что, пришло время открыть завесу тайны и рассказать об аксессуаре, который стал трендом этого сезона. Речь пойдет о накладных воротниках, да? Безусловно. Каких только вариантов не было предоставлено на модных показах этого лета. Кружевные, с жемчугом и пайетками, с камнями и бисером. Мы, конечно, взяли эту необычную идею на вооружение и решили шить накладной воротник. Сделать такое украшение несложно, а вариантов воплощения великое множество. Сегодня мы сделаем пару вариантов. Не будем терять время и приступим. Нам понадобится воротник от старой рубашки, нитки и иголки, гипюр, вышитый бисером, и ножницы. С чего начнем? Итак, вот наш воротник. Наложим на него гипюр и зафиксируем иголками. Осталось пришить. Декор. Декор с латинского «украшаю». В нашем случае это декорирование воротника. Как интересно. Мне стало любопытно, с чем можно носить этот воротник. Вы сможете дополнить свой образ, надев его с футболкой, топом или платьем. Даже со школьной формой? Думаю, будет смотреться отлично. Он может придать твоему виду свежести, элегантности и новизны. Не терпится его скорее примерить. На сегодняшний день накладные воротники выступают не только как дополнение к одежде, но и как самостоятельная деталь гардероба, которую легко надеть или снять в любую минуту. Важный элемент – эта деталь гардероба может не только стать оригинальным дополнением к наряду, но и сыграть роль палочки-выручалочки в некоторых случаях. Предположим, у тебя после учебы запланирован поход в театр или свидание. Чтобы сменить свой деловой имидж, смело используй оригинальные накладные воротники, которые ты сможешь шить сама. Кстати, Адель, для декора воротника можно взять любое ненужное мамино украшение. Внимание, последний штрих. А теперь пришиваем пуговицу. Стильный аксессуар готов. Итак, пришло время мастер-класса от наших волшебников-парикмахеров. Девочки, оставайтесь с нами, дальше будет еще интереснее.
Адель, ты не забыла, что мы обещали девочкам показать еще один вариант шитья накладного воротника? Конечно нет, приступим. Делать его нужно с нуля, то есть вариант с отрезанием воротника с ненужной рубашки в этом случае не подойдет. Для второго воротника нам понадобится бумага, ткань, из которой вы сошьете воротник, твердая поверхность, жемчужные бусинки. Для начала нарисуем шаблон нашего воротника на бумаге. Вот что у нас получилось. Прикладываем на шею. Если все получилось хорошо, выкраиваем по этой выкройке ткань. Должно получиться сногсшибательно. Наш воротник украшаем бусинами. Скоро наш тренд будет готов. А что такое тренд, давай поясним нашим юным модницам. Тренд – это то, что модно сейчас. Прообраз воротника появляется еще в Древнем Египте. Его цвет определял род деятельности человека. В Венеции в эпоху Ренессанса одежду из бархата дополняли меховые воротники. След в истории воротничков оставила испанская мода Возрождения своим знаменитым воротником а-ля Мария Стюарт. Следующими идут брыжи или фрезы – жесткие складчатые воротники. Их надо было крахмалить. Они распространились до Англии, Франции, Нидерландов. К середине 16 века фрезы заменяют воротники веерообразной формы. В конце 18 века появляется английский суконный фрак с воротником-стойкой. Английский костюм в своем стиле стремится к простоте, к прямым линиям. Он сохраняет свою популярность до сегодняшнего дня и является классикой. Вместо пуговки пришьем бусинку. Аксессуар готов. Рукодельницы, наше время подошло к концу. А ваше только начинается. До скорых встреч в нашей мастерской. Пока-пока.